мы приняли непростое решение покинуть ПКРМ. Сегодня в Молдове есть только одна, по-настоящему, оппозиционная и влиятельная левая сила партии социалистов Республики Молдова. Сегодня именно эта партия является подлинной наследницей всего лучшего, что было в партии коммунистов до 2014 года. Это показывает деятельность лидера партии Игоря Додона из фракции ПСРМ в парламенте Республики Молдова. Мы считаем, что только партия социалистов может сегодня консолидировать оппозицию левого толка и спасти государство Молдова от унионистов, возродить экономику страны, освободить государство от коррупционеров, наказать всех, кто участвовал в краже миллиарда евро, и вернуть эти деньги. Исходя из этого, мы заявляем о выходе из ПКРМ и присоединении к партии Социалистов Республики Молдова. Данную декларацию поддерживает более 500 коммунистов из 8 районов и Кишинева.